нас здесь угол будет, это же музей, этот поселок Шелташ. И там у нас книги, посвященные религии. Вот. И оттуда я беру материал дополнительный. И когда надо, я раздаю ребятам, читаю и так далее. Вот это что касается подготовки к урокам. Здравствуйте! Наш сегодняшний герой вот уже 30 лет работает педагогом. Из них почти половину директором Шарташской средней школы номер 24. Историк по образованию Сергей Павлович Юшков считает, что русская история и культура много потеряла с гонениями, которые обрушились на православную церковь в 20-х годах прошлого века. Своей задачей в наши дни он считает возвращение в школу основ православной культуры. На осуществление этой идеи много трудов положил и сам Сергей Павлович, и весь учительский коллектив. Это обязательно, потому что это часть нашей культуры. Как это выбросить часть этой культуры? Она, конечно, и при предмете есть, и история архитектуры, и принятие христианства на Руси. Это обязательно нужно. Но вы расширяете как-то? Я просто расширяю эти представления и даю возможность где-то самостоятельно ребятам, где-то беру интересный материал. Здесь я уже использую тот имеющийся материал, знания, которые есть для того, чтобы более наглядно процитировать автора, чтобы не на память. Вот и здесь и показываю, что и как. А материал как без культуры, это без православной церкви русской культуры нет и не будет ее. История, вера, они глубоко взаимосвязаны. Понимаете, ведь если сказать, что такое история, да? История, она у нас в головах история, она находится в нас. История – это отражение того, что было в нашем, да? И вот те источники, которыми мы пользуемся, да, книги и так далее и тому подобное, они должны расширяться, наши представления об этом, да? И чем больше мы знаем, и чем правдивее мы знаем, так, тем больше истории мы и знаем. Любовь нашего героя к вере и родной истории берет начало в раннем детстве. Именно тогда, благодаря бабушке, маленький Сережа совершает паломничество и в Почаевскую лавру, и в Крым, и в старорусские города, получившие название «Золотое кольцо России». Свет этих святынь стал для него путеводной звездой на всю жизнь. Вы знаете, у меня любимая бабушка Прасковья Яковлевна, так, она была глубоко верующий человек. И у нее родственники все, у нее фамилия, интересно, Романова. Да, а все родственники тоже были верующие люди. И вот ее дядя, он ходил пешком до самого вот Екатеринбурга, до самого Иерусалима, и пешком вернулся. Один из самых красивых людей по фотографии, которых я видел когда-либо в жизни, обаятельный. Я его еще застал в живых, бабушка туда приехали. Вот бабушка произвела у меня большое впечатление. Но когда я учился в советской школе, там же, понятно, и пионер был, и комсомолец был. И в спорах с бабушкой вот я приходил все больше, больше к другому убеждению. Открыто не говорил, да и это не принято сегодня открыто так говорить, но тем не менее, вот бабушка меня возила, и вот первую лавру, которую видел, это Почаевская была. Меня бабушка туда, Почаев, свозила, мы там были, и вот восхитила вот эти, вся эта лавра, вся эта обстановка, вся эта красота, природа, вообще изумительно. Года бабушка меня крестила, крестным был брат был. И я вот этот момент помню, как купили в Михайловской церкви,
Так? Да, 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 Михайловском кладбище, потому что я рядом жил, буквально 5 минут ходьбы, я на Омской улице жил. Да? Вот. Это произвело впечатление, вот это вот спокойное, красивое все это, да, обстоятельно музыка, вот это, да, песнопение это. И вообще любимый, конечно, день, это было, конечно, Пасха. Она и сейчас один из самых лучших праздников, да. И вот эта Пасха, она, конечно, тоже производила впечатление своей приготовлением пищи, значит, да, подготовка, все это было, вот, бабушка, и рассказы бабушки. Я из поселка Пионерска. Это мы же всегда стенка на стенку играли и в хоккей с ними, и, значит, волейбол, и футбол с ребятами из 24-й школы, из 36-й школы. А поселок Черташ центром все-таки является, да? Вот, а уже город прирастал, потому что, по-моему, впервые упоминание в 632 году. 1632 году, да, первые здесь старообрядцы пришли, некоторые в 642 году, ну, не будем спорить, но в 40-х, 50-х годах, когда раскол церкви произошел, они... и это тоже история, кстати, церкви, это тоже интересная история церкви. Мы с мужем к храму нашему очень близки, потому что у меня такая давняя мечта, как только я доживу до такого времени, что в школе музыкальной я не очень буду нужна, где я веду академический вокал, хоровое пение. Я, наверное, приду в храм и буду в какой-нибудь воскресной школе учить детей хоровому пению, потому что я думаю, что это их ближе возвышает Господу Богу, и душа их светлее становится. К нынешнему периоду жизни Сергея Павловича Юшкова мы еще вернемся. А пока о том, как наш герой взрослел и как постепенно, познавая мир, шел к вере. Я в 66-м году поступил в университет, в 71-м закончил, но вот 73-го года после армии я пришел в школу. Я, скажу так, 10 лет я работал учителем истории в школе 3 города Березовки, потом перешел сюда. И с 82-го года я работаю преподавателем истории, обществоведения в школе. Ну, а с 2001 года, да, я уже, о, не 2001, я уже сейчас скажу вам точно, 14 лет уже директором школы. Я помню, одна из самых любимых книг была, это «Наследник из Калькутты». Рассказывали о событиях колонизации Африки, там в очень интересной форме рассказывается история. Вот это увлекло меня, и затем уже так сложилось, что я увлекся историей. Вместе с отцом я еще приезжал в 60-х годах, в начале 60-х годов в Севастополь, и произвел меня неизгладимое впечатление этот город. А когда я уже первый раз в 66-м году на раскопки привел, то это впечатление было уже обогащено. И вот это один из любимых точек земного шара – это Севастополь, это Херсонес, это Мангуб, это Крым. Дети просто любят Крым, потому что мы уже с самого начала, Вова 2,5 года, и Танечка где-то
года около трех вот, в Крым. И вместе с нами они приезжали в Крым, потом вместе копали и так далее. Но они историей не увлекаются, да. Вот. Но, тем не менее, Крым остается в их сердце. Когда мы говорим о влиянии церкви на души людей, я вспоминаю Крымскую войну, и когда архиепископ выступил перед верующими в канун решающего сражения, он ведь сказал, пришел, я пришел не проповеди вам читать, я пришел учиться у вас, я пришел гордиться вами. Понимаете, учиться, гордиться, то есть кто же ближе-то был к людям-то в то время? Вот у кого приходили учиться, гордиться, а кто нами когда гордился и учился, кто приходил, так говорил. А посмотрим, адмирал Нахимов, как своим примером, он же верующий глубоко человек был, и как своим, да, а Суворов Александр Васильевич, понимаете, а эта традиция наша передается, ее, от нее не уйдешь никуда, да. Что касается советского периода, да, то ведь, когда обижают, да, то люди заступаются. И это тоже играло свою роль, борьба православных разными методами, понимаете? А не предвижничество. Вот, несмотря на то, что уничтожили ведь очень много. Да, они сначала что уничтожили храмы, да, верующих. И верующих уничтожили, и проповедников уничтожили. Но а веру-то нельзя уничтожить. И книги сохранились, да, и обряды сохранились, они ведь продолжались. Возьмем Великую Отечественную войну. Да, ведь Сталин обратил внимание на то, чтобы героев прошлого спорядки, и Пожарского вспомнил, Александра Невского вспомнил и так далее, он понял, в самую трудную минуту не только танки будут помогать, а вера будет помогать. Значит, он историк. Естественно, он заинтересован в том, чтобы, значит, истоки дети свои знали. Ну а что у нас в Шарташе за центр? Центр – единственная школа, как центр воспитательной работы одна, и церковь – это другая. Все. У нас нет кинотеатров, никаких клубов нет. Поэтому вот и надо знать вот этот свой родной… Вокруг этого и все строится. Положим, вот, например, одна из задач у нас была на 60-летие Великой Отечественной войны, когда мы праздновали этот праздник, да, у нас было обязательно, значит, первая задача у нас была… Значит, гражданско-патриотическое воспитание и дальше любовь к своему родному краю, к Шарташу. Вот, значит, через все, вот, все мероприятия вот это и проходило. И самое, конечно, одной из вот этих задач было, значит, приобщение ребят к духовной культуре. Анализируя не такое уж и далекое прошлое, Сергей Павлович видит, что многих потерь мы могли бы избежать, если бы дороги к храму не зарастали травой забвения. Но, как говорят, история не терпится слагательного наклонения. К тому же подвижники православия даже в самые трудные времена сумели сохранить и храмы, и веру в Бога. Лихачев верующий был, а какой он путь прошел? Я вот на Соловецких островах был в 1986 году, тоже неизгладимое впечатление меня произвели Соловецкие острова. А там был тюремный лагерь «Слон», да? И там жили заключенные вместе со своей охраной, вот как они относились. И вот интересно такое, что я купался, вот холодно было в сентябре в Святом озере. Когда пришел в храм, и здесь отец, я забыл, водил по храму, он говорил, а вот здесь молились за то, что Господь им помог. Дело в том, что когда строили храм и укрепляли его, то вместе с землей еще пересыпали гречи, да, чтобы было тепло, воздух проходил и так далее. И вот когда им нечего есть было, они вот как бы гречу вот с этим землей делали лепешки
и ели. И говорят, Бог им помог выжить в эту трудную минуту. Ну и воспоминали академика Лихачева. А вот что касается веры, вот обратите внимание на стихи Галича, памяти Бориса Леонидовича Пастернака. «Разобрали венки на венике». Вот понимаете, это отношение к тому, они вроде традиционно принесли венки, почтить память. А разобрали, через полчаса забыли. На полчасика погрустели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. Понимаете, вот чем было гордиться и как было гордиться. И вот здесь его строчки. Я помню их. Не к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу голосованием. Голосовали, предавали. Исторические чтения. Ребята заинтересовались этой темой. Директор музея Тхаржевская Ольга Николаевна и директор школы Сергей Павлович, значит, помогли ребятам познать эту тему. И когда все это было уже составлено в виде реферата, значит, произошли чтения в самой церкви. Здесь, значит, были все, значит, братья и сестры и весь, значит, шартаж, который является прихожанами, учителя и два класса учащихся. Значит, позднее, значит, решили, что в 60-летие Великой Отечественной войны надо поговорить о Богородице, заступнице русской земли. Провели второе чтение, историческое чтение, вот именно так оно и называлось – «Богородица, заступница земли русской». Мне как бы везет на людей, вот понимаете, везет на людей, на хороших, добрых, умных людей. И вот здесь, когда я пришел, значит, здесь впервые в храм, мы познакомились с отцом Владимиром, его, да, зятем, затем был отец Геннадий, потом отец Сергий, вот, Елена Шевченко, замечательный человек, энергичный очень, боевой человек, вот верующий, такой, который делает дело, понимаете, меньше говорит, много работает, так же, как и отец Дядев, но он же еще поэт, к тому же, да, значит, это тоже сбежало нас с ним, и вот эти люди, как бы, вот общение с ними подвигло во многом. Что же помогает директору школы неукоснительно и последовательно вести не только школьников, но и их родителей по дороге к храму? Конечно же, своя вера, доставшаяся от предков. А еще тесная работа со священнослужителями Шарташской Свято-Троицкой Церкви. И, разумеется, личные качества нашего героя. Первое впечатление, наверное, производит такой суетности, потому что это человек очень энергичный. В нашем даже поселке Шарташ о нем говорят, что он не ходит, а летает. Потому что настолько скоростной человек, все старается охватить, успеть. В силу своей контактности, начитанности большой, он очень притягивает детей. В то же время, может быть, директорское положение его так немножечко над ними возвышает, и строго, что ли, перед ними он выглядит. Тем не менее, он знает, как с каким ребенком о чем заговорить. И совместно с ребятами, которые желают здесь, мы, значит, вместе приходим. И теперь мы и бабушек знаем, да, всех приходских, и нас знают, да. И вот, когда мы в храм приходим, мы к храм приходим как к себе домой. Иногда это даже было интересно, вот когда украшали церковь в 2004 году, да,
первый раз как-то вот так. А когда уже украсили и так далее, это уже совсем другое дело, понимаете? Вот там ты чувствуешь себя свободным, спокойно себя чувствуешь, да? Я помню, что с юношеских лет он говорил, я могу заговорить с любым человеком, будь это пьяница на улице или профессор. То есть он знает, с каким человеком о чем говорить, какой найти к нему подход. И вот мне кажется, что это внушено ему бабушкой его старенькой, которая его водила в храм постоянно. Жена мне тоже верующая, так, и она тоже в храме была, даже играла на пианино на одном из вечеров, так, и поэтому здесь мы с ней единомышленники, и мы вместе в храм ходим во все праздники и так далее, мы все вместе. Что касается... Она по профессии музыкант, она и преподаватель хора, и преподает пианино, сольфеджио и так далее. Вот она в музыкальной школе работает в городе Березовском. Вот и хорошо знает и русскую духовную музыку, и слушали мы вместе эту музыку, и Баха, и Моцарта, и слушали нашу духовную, и Рахманинова, безусловно, и всех наших выдающихся композиторов. Касается вот наших вот детей, то здесь должен что сказать, что вот надо, конечно, начинать с самых раннего времени, да, воспитание проводить. И вот поскольку в 2001 году отцу Сергию было поручено окормлять нашу, да, то он пришел, мы с ним поговорили, пришли в начальную школу, поговорили с учителями, поговорили с родителями, кто будет ходить. Будет отец Сергий будет рассказывать вам о православной вере, об истории и так далее. И вот родители написали заявление, что они не против, будут слушать. И вот они из года в год приходят, слушают добровольно. Даже представители и другой национальности тоже приходят. Им интересно, они слушают. А когда праздники, приходят на праздники. Праздники все ведь дети любят, да? Крещение, причем вся школа пошла на крещение. Я не помню, кто из писателей, он примерно так сказал, что надо, чтобы души оттаяли. И вот сегодня, если говорить о том, кто же будет оттаивать души-то, кто же скажет доброе, ласковое слово, где он увидит красоту в сегодняшнем мире, как не в церкви, где он почувствует себя равным. Душа человеческая, единожды приняв истину Христову, стремится к ней постоянно и ищет ее в земном мире, в храмах, в мудрых книгах. Ищите и обрещите. В постоянном поиске живет наш герой и ближайший круг его коллег, учителей, родных. В паломнических поездках укрепляется их вера в Бога, а дорога к храму становится короче. Мы всегда, где бы ни были в поездках, стараемся первым делом посмотреть такие места, которые связаны с храмом. Вот не долее, как 2005 год мы встречали вооруженных своих друзей, проезжали Москву. Пошли к храму Христа Спасителя, правда, вовнутрь, к сожалению, не попали, но мы купили на память иконку для детей и себя. И, конечно, это произвело на меня неизгладимое впечатление. Думаю, коль вот то, что восстановлено, имеет такое величие и как-то на человека влияет, то, наверное, в первозданном виде он был еще более торжественен и покорял. Школа его не очень большая, и живем мы в таком поселке все-таки. Большая часть состава учащихся у него дети не из очень состоятельных и благополучных семей. И вот есть рядом с нами приют, где совсем, так сказать, детки обездоленные. И он считает, что каким-то видом творчества, который храм наш украшает,
и детям помогает себя проявить. Он в какой-то мере их все-таки вот души делает светлее, потому что они, когда помогают храму привести в порядок празднику его внутреннее убранство, территорию как-то благоустроить или просто праздник осенний урожая провести около храма, это его, как человека, постоянно вращающегося среди детей, уравнивает с ними, с детьми. Он становится им ближе в этом смысле. Наш герой радуется успехам своих воспитанников, многие из которых стали образованными и успешными людьми. Среди них есть один, который выбрал путь духовного служения. Директор школы не прерывает связи с ним. Это класс был такой крепкий, дружный класс, ребята, да? Вот. Все талантливые ребята, дружные были, да, интересные, с ними интересно и трудно было работать. Я 8 класс к ним пришел, да, вот. А Саша Тхожевский играл на гитаре, вместе ходил в походы и так далее, и историю читал, и стихи у него, и у дедушки было тяжелое прошлое, и бабушка была у него учительницей, и мама историк и так далее. Ну вот Саша решил, он университет закончил, решил все-таки, химический, по-моему, да, решил все-таки обратиться в веру. А вот сейчас Ходькова, иеромонах, да, но интересно, он и приезжает к нам сюда, и здесь у нас же ведь стоит, наша школа стоит на месте кладбища Владимирское было, да, на костях. Некоторые ребята, ну, бывшие ученики, да, знают, что это такое. Конечно, это позор. И вот решили, что нужно все-таки осветить школу. И вот когда Саша приехал, вот он во все кабинеты пришел. Школа у нас есть тоже фотографии здесь, да, осветил, ну, сейчас отец Александр, да, осветил все это дело, понимаете, и как-то легче стало, действительно, и помощь пришла. Сергей Павлович работает в данной школе 23 года, в качестве директора 14 лет. За это время, конечно, в школе очень много изменилось. Ну, во-первых, значит, раньше это была и запретная тема, и вообще, значит, как бы школа никаким образом не касалась работы нашей церкви, что там происходило в этой церкви, никаких, значит, вообще проблем в этой стороне не было. С приходом, значит, Сергея Павловича у нас, значит, появилось следующее. Появился, значит, человек, который стал посещать школу, это отец Геннадий, и в первых-четвертых классах он проводил, значит, беседы с ребятами, в основном по истории православия. Значит, после того, как, значит, вот этот курс в первом-четвертом классе прошел, значит, пришел отец Сергий. Он начал снова этот же курс, только в начальной школе. Что здесь дети узнали? Ну, во-первых, один раз они ставили спектакль о, значит, рождении Христа. Здесь были, значит, наши дети и воскресные школы. Это было прекрасно. Наши дети увидели вот такой маленький отрывок из спектакля и, значит, как-то прикоснулись вот к этой теме, к теме Христа. Никто ведь никогда не отнимет нашей культуры. Когда звучит в храме хор, то это так за сердце хватает и душу ребенка. Я, например, когда в храм вхожу и подхожу к своим любимым иконам, у меня слезы проступают. Я не могу долго так вот созерцать, потому что меня почему-то охватывает это такое чувство волнения. Наверное, это что-то высокое, невозможно словами объяснить. Вот православному человеку вера помогает не только жить, выжить, но и верить в то, что Россия все-таки будет крепкой страной. В завершении программы пожелаем нашему герою и коллективу Шартарской школы номер 24, которым руководит Сергей Павлович Юшков, всех благ и дальнейшего духовного возрастания. Встретимся через неделю. Храни вас Бог!